Сорт острого перца Хабанера Грин. Такой вот красавец. Этот сорт относится к виду Capsicum chinense. Срок созревания такого перчика 100 дней. Он созревает от темно-темно-зеленого цвета, вот такого горчичного. И вот он уже полностью в зрелом виде. Высота такого кустика может достигать 1 метр. Острота от 100 тысяч до 300 тысяч сковелей. Имеет аромат фруктовыми тонами. Очень приятный и очень высокоурожайный. Смотрите, какой красавец. Такой зеленый. До горчичного цвета меняет цвет. Размер таких стрючков этого сорта может быть от 4 до 5 сантиметров в длину и от 3 до 6 сантиметров в диаметре. Довольно крупные и очень ароматные. Такие перчики можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Сорт высокоурожайный, дает большое количество стрючков. Вот так выглядит этот плод сблизи, такого темно-темно-зеленого цвета. Там начинает потихонечку созревать, это же как бы не созревает, это уже перезревает. И в конце он станет вот таким вот, он же мягкий стал. А когда он более упругий, когда не полностью перезревший. Вот вес такой одной перчинки примерно 13 грамм. 13 это 12 грамм, где-то в пределах 13 грамм. Толщина стенок где-то в пределах миллиметра, миллиметр около полутора, от миллиметра до полутора миллиметров. Очень ароматный. Очень большое количество семян у него. Вот такой цвет интересный у него внутри. Можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. В теплицах очень большие урожаи дает. Очень ароматный, таким с пряной ноткой.